Что-то давно ролики не выходили на канале. Сегодня мы опять отправляемся в подземелье истязателей и будем пробовать навык сдерживания 8-го уровня. Да, этот навык еще не у всех есть и не у всех он прокачан, так что этот ролик будет, мне кажется, на будущее, чтобы вы просто знали, как этот навык работает в истязателях. Первый противник у нас метатель топоров. Я специально заточил фальшионы, чтобы убивать его за 3 удара, потому что арбалета на 43 урона не хватает. Жрица стоит очень далеко, она просто до нас не добежит. Поэтому нам придется сейчас обходить все ловушки аккуратно, чтобы нас остальные монстры не заметили. Я думаю, самое время протестировать сдерживание. Он в нас выстрелил только 3 раза, и это при том, что мы еще и жертву убивали. Харат отлично работает, поэтому у нас постоянно заряжен навык. Аккуратно проходим к жрице и убиваем ее. Вот и все, она нам повесила только 2 отравления, это как если бы мы ее ждали где-то за стеной. Так она обычно успевает или 3 раза, или даже 4 отравить, если ты просто ее фальшионом бьешь в упор. Да, это подземелье уже появлялось в прошлых роликах, просто у меня сейчас нету времени, чтобы проходить новых истязателей и фармить на них, поэтому будем смотреть то, что я уже проходил. Тем более материал там интересный, и просто так его выкидывать из-за того, что он попался в ролике с ящиками, мне кажется это странным. Мы открыли дверь, и к нам сзади пришла жрица. Такое бывает, они сами по себе могут прийти, если вы двери открываете. Как я и говорил, она нас отравила всего лишь 2 раза, потому что мы были за стеной и не бежали до нее, получая выстрел. Эту плиту я даже не заметил, хотя они, бывает, встречаются даже за стенами, что их вообще не видно. Вот еще одна плита, нам приходится обходить прямо вдоль стены, чтобы в нее не попасться. И мы снова у двери. Бронзовый нагрудник удобный, когда используешь арбалет, у тебя сразу есть в слотах и оружие ближнего боя, и хил. Я проходил и в медной броне, но там у тебя постоянно чего-то нету. Или хила, или оружия. В медной броне намного неудобнее, чем в бронзовой кольчуге. Тут еще и все дело в том, что тебе нужно похилиться, если в тебя выстрелят. И это создает некоторые риски. Я так чуть пару раз не отъехал. Потому что всего лишь один карман, я там переключаюсь на фальшон и начинаю драться с метателем топоров. А если на полу еще какая-нибудь ловушка перед ним или уже за мной, когда он приходит со спины. В общем, лучше не рисковать и собирать себе сет брони, уже исходя из бронзового нагрудника. Кто это у нас тут стоит? Это истязатель. Давайте тогда поставим капкан на него и будем звать после этого. 1 капкана им достаточно, я бью их 2 удара вне капкана и потом уже завожу в него, чтобы он до конца своих хп там и стоял. Мы тогда не получаем ответку в конце, а так мы его убиваем в капкане, и у него уже даже нет возможности как-то нам причинить сильный урон. С капканами даже бочки нам не нужны, нам потребуется только бинты или мясо даже. Прошел я в центр этой комнаты, а меня жертва не видит. Прям в упор стою, только сейчас заметила. Там, оказывается, метатель стоит. Давайте тогда за арку встанем. Он к нам сам подойдет. Тупик, в котором очень много монстров и нету сундука. Мы вернемся сюда попозже, когда выясним, что в
подземке у нас нужны ключи. Там как раз будет одна из железных дев, в которой лежит ключ. Тут еще иногда попадаются и механизмы, и лечения. У меня даже места сейчас нет, придется что-то выкидывать. Как-то тут маловато народу для одной комнаты. Может быть, к нам кто-то сзади придет. Да, прям по мини-карте кто-то бежит, давайте тогда подождем сначала. Там буквально вчера вышел патч, который что-то фиксит, что-то убирает. В общем, заменили нам пироги на обычные бочки с медом и воду. И пофиксили, знаете что, щиты на оружейной стойке. Вот когда окованный щит ставил, например, там он был весь черный, теперь он обычный. На это потребовалось несколько месяцев и еще 3 недели, вот которые прошли от, наверное, последнего обновления с истязателями. В новом патче я еще не ходил, но я более чем уверен, что там ничего не изменилось. Ну, кроме лута, конечно. Но я уверен, что они не пофиксили мобов, которые застревали в некоторых предметах, или дырявые стены, в которые можно было залезать, и мобы тебя не видели. Ну вот, меня опять задела огненная ловушка, хотя я стоял уже не на ловушке, но все равно получаю огонь почему-то. На самом деле очень неприятная комната, потому что здесь и огонь, и плиты прям в маленьком куске посередине, так что ты даже отойти не можешь без получения урона. Хотя сейчас мне повезло, и огонь на меня не распространился. Наш волк, видимо, занят метателем топоров, но он его все равно не убьет, потому что метатель топоров возвращается на свое место и регенит себе ХП. У нас закончились штаны и ботинки. Палач как раз воскреснул. Только один удар нам сделал, и у нас снова заряжена способность сдерживания. Так, волк все еще бегает. Блин, тут колонны не работают на метателя. Еще и он стоял прям за огнем, так что получили мы несколько ударов. Пустая комната, но от этого не легче. Здесь куча ловушек, так что продвигаемся как можно более осторожно. Сзади пришел метатель, так что пришлось вставать в дальний угол комнаты, чтобы его убить. Открываем следующую дверь, и волк нам сразу подсвечивает плиту. Но это просто отлично. Волков на плиты вообще лучше теперь не выгонять. Раньше это был такой себе навык, а теперь без него довольно тяжело заметить некоторые плиты в истязателях. Ждем, пока закончится яд, чтобы потом повесить на себя огонь. Ну, сейчас нам просто повезло. Посмотрим, кто у нас там дальше стоит. Метатель топоров. Волка сажаем, чтобы он следующих монстров не заагрил, а сами встаем за арку. Уже по шипению слышно, что дальше стоит жертва. Ну давайте тогда откроем ящик. Ого, как много ресурсов. Целая бочка и кусок мяса. Щит у меня нужен для метателей топоров, чтобы их топоры не наносили такой огромный урон. То есть мы не 18 получим, а всего лишь 3 урона за один из его выстрелов. Это экономит нам хил, которого здесь и так уходит достаточно много. Но тут
лучше по ресурсам смотреть, если у вас прям куча хила, и вам его некуда девать, то лучше, наверное, взять хил вместо щита, который требует бронзу и гвозди. Мы убили комнату с мобами, чтобы обнаружить здесь пустой тупик. Мы его все равно пройдем, посмотрим, вдруг там есть железная дева с ключом, которая нам нужна. О, невидимый огонь горит, здорово. И сразу как один закончился, сразу начинается второй. Тупик оказывается пустым, тогда возвращаемся обратно и идем в эту комнату. Заметили, эта комната сильно похожа на предыдущую. Тут даже ловушка точно так же подсвечивается от волка. Сейчас будет пример, что будет, если не посадить волка около толпы монстров, которые работают как лучники на севере. Да, мне нужно было нажать на волка, чтобы он сел, но вспомнил я об этом чуть позже. Я нажимаю на кнопку, а он садится там, и тут сразу три метателя. А волк сидит в огне, ему вообще пофигу, он не горит, не тонет, ни шипы его не пробивают. Мне кажется, что это не волки, а какие-то железные машины просто. Посмотрим, кто у нас там стоит. Палач. Значит, к нему можно подойти со спины хотя бы. Только сначала волка с ловушки отогнать. Ну что, тестируем сдерживание на палаче. У нас размен получается 2 к 1. Или 1 к 1. У меня вообще только 8 сдерживание. На 10 уже будет 48%. Вот там точно будет заметно, как они сильно замедляются под сдерживанием. Но если прокачать 10 проклятие, то это вообще дичь будет. У меня только 8 проклятие, и об этом будет наш следующий ролик. Плита прямо на проходе. Обходим к двери. Да, тут у нас стоит метатель. Давайте его позовем. С них очень много фигни падает, вот сырое мясо или шкуры, даже не переработанная кожа. Но это логично, у них же там шкура медведя на голове, но все же это не особо удачное решение, потому что домой это не повезешь. Иногда есть вариант, что они просто до вас не добегут, поэтому лучше выбежать к ним навстречу, чтобы они просто не развернулись и не побежали обратно. После жертвы мне пришлось выйти из подземелья, и я уже заново зашел в тот самый тупик, в котором у нас есть ключ. Вот, метателя не хватило, и он вернулся обратно на свое место. Вот и... Да, открываем. Повезло, что она стоит не слишком далеко в монстрах, и нам не пришлось убивать еще 4 штуки. Теперь идем дальше, ищем снова. Вернулись опять в ту же комнату. Некоторые используют составной лук синий. Я не понимаю, зачем. Вот, смотрите, раз, выстрел из арбалета. На всех монстров хватает дальности.
Минус арбалета в том, что даже заточенных фальшонов не хватит с простым арбалетом, то есть мы не сможем убивать метателей за 4 удара там. А вот легкий арбалет уже может убить метателей из 3 ударов и 1 выстрела. Только если фальшоны заточены и имеют навык плюс 9. Ну, возможно, чуть меньше. Заметит нас палач? Да, заметил. Берем тогда скимитар. Примерно одно и то же, что и бастард, но здесь у нас нету отшага. То есть мы не можем издалека его первыми ударить. Апнули 160 уровень. Да, адептов теперь еще сложнее будет найти. Ага, доска, которая не горит, и 6 эля. А еще я наступил на плиту, но если перезайти в игру, то монстры к вам не придут. Но вам придется заново проходить все подземелье до этого места. Смотрите, сейчас сработает двойной выстрел. Он сработал первый и последний раз в этом подземелье на этом арбалете. Если что, у меня стоит 8 навык на арбалеты и луки. Но такое ощущение, что первый. Издалека выстрелил вместе со сдерживанием и получил только 2 отравления. То, что она выпустила, когда я в нее выстрелил. И когда она меня заметила уже около двери. ...280 брони идеально подходит против палача, когда у вас бинты полностью вкачаны на 6 уровень. У него 2 удара по 23, у нас один бинт на 46. Последний в комнате у нас истязатель, нам нужно умудриться его загнать в капкан, хотя у нас тут плита и огненная ловушка. Ну попробуем в любом случае. Под сдерживанием он уже не такой крутой. Кстати, у нас тут ведет проход к одной из железных дев. Да, в ней есть ключ. Ставим капкан на истязателя опять. Здесь падают достаточно хорошо механизмы и сами капканы из финального ящика, так что сильного минуса я не ощущаю по механизмам. Ну, конечно, бронза уходит на это, но тут, конечно, приходится что-то тратить. Или кучу хила, или один капкан. Все, его труп пропал, значит, он больше не воскреснет. Идем дальше, там есть сундук. Проверить его стоит. А вот и масло, которое мы тратили на фальшионы. Наступил на плиту, поэтому сзади пришли монстры. У нас тут еще только 4 ключа, мы один, видимо, где-то пропустили. Спустя 5 минут я нашел все-таки последний ключ. И вот она, финальная комната.
Я сейчас, конечно, не рассчитывал на палача. Я думал убить сначала метателя топоров. Но раз он вышел, то придется его убить. Брони остается все меньше, как я и говорил, у нас уйдет полтора сета, но желательно брать с собой два целых, чтобы у вас потом осталась половина, а не наоборот. А то потом будете, как я, только в бронзовом нагруднике убивать всех, кто остался. Палач свалил на место, ну ничего, зовем его еще раз, значит. Дальше у нас стоит истязатель, мы его агрим. Капкан я уже поставил. Два удара. И потом в капкан. Волк добивает. И повышает себе уровень. Давайте посмотрим, что у нас выпало. Следопыт. Навык для отшельника отрекшихся. Мне интересно, собираются ли они вводить на отшельника истязателей такую же фигню для волков. Какой-нибудь легендарный или также уникальный скилл, чтобы его не приходилось там на севере где-нибудь искать по 10 часов. Последний монстр в комнате около сундука — это у нас жрица. Быстро ее убиваем и открываем сундук. Ну что я могу сказать по сдерживанию? Его, конечно, нужно качать до максимального уровня, чтобы получить прям суперэффективную способность. Да, лут здесь не самый, конечно, крутой. Тем более я его уже показывал. В этом видео было главное прохождение с навыком сдерживания, а не какой-то лут. Сдерживание себя круто показало на жрицах, на метателях топоров и палачах. Скорее всего и на истязателях, но я использую капканы, так что только на одном довольно сложно судить. Ну, жертвам чё толку, их с двух ударов можно убить. Так что для них вообще нет разницы, какое оружие там или какая способность. На этом, наверное, все. Следующий ролик будет, наверное, про истязателей с проклятием. Тоже 8-й уровень. Но гарантии не даю, потому что планы могут измениться, выйдет какое-нибудь обновление, пока я этот ролик выложу. Так что просто знайте, что когда-то выйдет ролик с проклятием. Ну все, играйте меньше в игры, больше занимайтесь делом, и всем пока.